О, пацаны! Все, ебать! Вот что вы на это скажете, пацаны? Что вы скажете на это? Что вы скажете? Блять, на это, сука! Не надо. Пожалуйста. Не говорите. Блять, ну вот, сука! Видишь, я немного повысил и все. Да-да. Чем больше рук, тем легче даются любые дела. Только если они могут ловить пули. А ты попробуй. Итак, пацаны. Ебать! Бля, похоже, сломал клавиатуру. Что мне делать? Теперь. Бля, рядом не работает, пацаны, клавиатура моя. Как так? Как эти играть, как? Пацанчик, не расстраивайся, всякое бывает. Я тебе просто посоветую такой сайт, как Яндекс.Маркет. Именно здесь, со скидкой 25% уже сегодня ты можешь приобрести новую игровую клавиатуру Garnizon GK200GL. Так что, братанчик, не переживай. Приобретай новую клавиатуру на сайте Яндекс.Маркет. Ты точно не пожалеешь, потому что отзывы великолепные просто. Да, большинство оценили на 5 звезд. Да, то есть, соответственно, можно доверять. Можно реально самому приобрести данную клавиатуру. И опробовать уже на своем опыте, да, каково это. Но я думаю, пацаны, вот такая клавиатура просто не может быть плохой. Так что, пацаны, я вам посоветовал. Приобретать или же не приобретать, смотрите сами. Можете, да, перейти по ссылочке, сами разобраться, что как. Да, по характеристикам посмотреть, реально ли она хороша или же нет. Но я считаю, что она стоит того. Тем более за 800 рублей, пацаны, почему нет? О, спасибо тебе огромное. Я как раз хотел купить новую клавиатуру. Теперь я знаю, где ее можно приобрести точно. Ну да, пацанчики, а вы что думали, я просто так сдамся, что ли, уже? Да нихуя! Е-чё, как, пацики, с вами я, Никитосик, и мы с вами опять же возвращаемся в эту необычную игрушку под названием Don't Scream. А именно, не кричи, короче, пацанчики. В прошлый раз и по полной, конечно, проебался, да, мы с вами в итоге ничего толком-то и не прошли, да, получается. Я сегодня решил опять же вернуться, и уже в этот раз, я надеюсь, что-нибудь да получится, пацанечки, потому что я точно настроил, да, вот этот микрофон, то есть теперь однозначно, да, он должен работать, а не вот то, что у меня вот здесь вот, да, как вы знаете, я в прошлый раз об этом сказал вам, что, короче, тоже есть микрофончик вот такой вот, вот это вот, да, палочка, блядь. Но теперь нет, работает точно вот это вот, так что, пацанчики, сейчас я надеюсь, я разберусь наконец-таки и смогу что-нибудь допройти, блядь, боже мой. Короче, у нас цель продержаться 18 минут без крика. То есть, если я 18 минут не буду орать, никаких лишних звуков, так сказать, воспроизводить, да, своим голосом, то, соответственно, по идее, я должен пройти эту игру до самого конца, да, получается? Ой, блядь. Ну и чё, сука? Короче, пацанчики, ну как я понял, вам зашло, да, там, по просмотрам. Я, конечно, знаю, что сейчас эта игра прям хайпует жестко. Может, поэтому, да, так все хорошо.
Но я уж решил вернуться, чтобы точно уж уже пройти, да. И поэтому, пацаны, еще тут написано, время идет только тогда, когда мы с вами двигаемся. То есть, если я остановлюсь, то время остановится, соответственно. И это вот это вот, да, вот это вот самое хуевое. Что может быть? Блядь. Блядь, лагать-то не будет, надеюсь, на этот раз. А то пиздец, что-то лагало тогда. Что-то долго грузится просто. Бля, боже мой. Сука! Я так разобью этот микрофон уже точно. И хера мы с вами... Боже мой, да как мне его поставить-то? Вот так, нормально? А то я сейчас опять встану, бля, пацаны, за кресло. Буду вот так вот нахуй играть. Реально вам говорю. Как в прошлый раз, блядь, буду все коряжиться тут. А давай попробуем. Блядь, да сука. Надо помолчать. Уже наконец-то. Так, все. Все, пацаны, собрались. Ё-моё. Надо сделать это. Сегодня уже. Второй серии. Не похуй, я хоть как пройду. Давай. Короче, пацанчики. А, вот так вот смотри. Ага. То есть вот так вот я могу еще разговаривать, да? Ну окей, это получше, чем, по-моему, в прошлый раз. В прошлый раз я вообще шептал прям. Прям максимально, да, как мог. Я старался не говорить. Блядь, ну вот, сука! Видишь, я немного повысил и все. Я не знаю, пацан, может дальше отсесть просто? Реально же. А то я, блядь, долбоёб просто. Ну-ка, вот так буду играть, короче. Вот так вот подальше, бля, сяду просто. Давай попробуем. Еще раз, пацаны. Алло. Короче, пацаны, главное просто идти вперед. Как я понял, без разницы куда. На нас будут нападать всякие твари, как я понял, да, в итоге. Но главное не закричать за все это время. И тогда все получится. Понимаете? Просто мне сложно контролировать голос. Вот настолько, да. Типа каждый раз говорить на одном и том же уровне. Это тяжело. Типа иногда я могу то выше, да, то ниже. По уровню громкости. Я же не могу точно попасть. Всегда. И поэтому сложно. Сложно вообще-то играть. Так, вот этот домик был в прошлый раз. Блядь, ну что? Я что, громко сказал, что ли? Да не может быть такого. Пиздец. Я буду обрезать, пацаны, вот эти вот моменты, конечно. Самые такие, да? Долбоёбские. Тупые. Какой интересный конец. Реально, какой здесь может быть конец? Вообще, блядь. Просто мне потом не хочется себя все по громкости повышать, да, чтобы понимать, что я вообще говорю. Я поэтому и боюсь слишком тихо говорить. Потому что вы меня не поймете тогда, что я вообще базарю. Понимаете? Так. Короче, просто. Все. Уже почти минута. Минута есть. В прошлый раз, блядь, конечно, много чего повидал. Там и трупы. Чего-то не было. Но, пацаны, здесь нас убить не могут. Нас не могут здесь убить. Понимаете, как я понял? Нас реально никто не может ёбнуть. И все. Надо это просто запомнить у себя в голове. Что никто меня не убьет. А тогда будет проще. Просто я еще с Климаков особо не видел. Я только помню какую-то
какую-то, блядь, тварь с волосами была. А что еще будет, я не знаю. Дальше. Типа, смотри. Уже темно. Уже темно, пацаны. Видите, все темнеет с каждым разом. С каждым шагом все темнее. И страшнее, соответственно. Эй, блядь, пацаны. Так. Окей. Я уже иду на рекорд. На рекорд. Пацаны. Уже можно сказать, что я прошел больше, чем в прошлый раз точно. Шо? Так, ну тут мы сами были, его же тогда. Паузу надо, пацаны, паузу. Напопить. Пиздец. Пацаны, я сейчас уверен, что что-то поползет на меня. Что-то вылезет сейчас, 100%. Что? Что? Ты что хочешь сказать, что я закрывал? Блядь, серьезно. Пиздец, надо было просто идти дальше, блядь. Я что-то воды попить еще решил. Ой, блядь. Я пацан, ну пиздец, блядь. Так, это мы сами видели уже. Короче, ладно, я понял. Надо вот так вот просто разговаривать. Кого-то устал. Устал я. И все. Тогда не получится. Да блин! Сука! Бля, даже вздохнуть нельзя уже, ну пиздец, блин, пацаны. Меня эта игра заебет, нахуй, я не знаю. Может, мне просто молчать или что? Ну это что тогда будет? Хуйня же полная. Неинтересно. Вот что сейчас было, блядь? Сейчас что я сделал? Скажите мне, блядь, ничего не сделал же. Я вообще молчал, блядь. Ничего не сказал. Почему вырубилось? Просто я представляю, как вот играют, да? Но там левые челы, типа, заходят такие. И просто молчат и проходят в итоге. Ну реально же. Типа ничего сложного на самом деле-то нету. Но я-то, блядь, пугливый, сука.
Я-то, блядь, могу как заорать, так и вообще на всю хату, блядь. Я обосрусь. Так, ладно, пацаны, почти уже. Почти 15 минут. Сейчас. Сейчас главное дойти до 14 минут. И все. А там уже пойдет полная жопа. Там уже реально, я не знаю, как я буду проходить. Но мне сегодня хотелось бы реально закончить просто эту игру и больше не возвращаться, понимаете? Потому что на самом деле вот этот лес меня очень пугает. Я не знаю, я вот хожу, и мне вот почему-то кажется, что в любой момент кто-нибудь да выпрыгнет. Типа я еще так иду, да, типа ровно вперед, а по сторонам я не смотрю, да? Потому что мне похуй. И смотреть и не надо, на самом деле, реально. Лучше не смотреть. Но в любом случае, да, я с кем-то встречусь. И вот сейчас опять будет темнота, это, блядь. Все абсолютно так же. Да, сейчас стрелка эта мигающая. Правильно? Или нет? Сейчас что-то по-другому будет? Подожди. Ебать. Не, все так же, считай, да? Все так же, пацаны. Только не проебаться, только не проебаться. Пожалуйста. 13 минут. 13. Давай. Блядь. Если скримеры подряд пойдут, блядь, реально, я охуею. Типа, если реально будет 1, 2, 3 вот так. Это же вообще пиздец тогда. Локация меняется сама. Деревья падают. О! Блядь, да что там было, блядь? Это тупо деревья, что ли, там падают? Да ну нахуй, я не верю. Там же кто-то ходил, да?
Пиздец, пацаны, ну почти уже прошел. Ну, так тяжело, да, молчать мне оказывается. Я в ахуе. А я-то долбоёб пересрался, блядь. Я думал, сейчас кто-то напрыгнет на меня или чё. И поэтому так и среагировал. Надо, блядь, забыть, что такое страх. Ой, блядь, этот стоит. Нахуй. Кто это, блядь? Смотри. Что это, блядь? Блядь. Да, блядь, что? Что сейчас-то было? Ну, скажи мне, пожалуйста, меня убило или кто? Или что, блядь? Я заорал, я же не орал. Какой-то опять лишний, да, шорох повлиял, блядь. Просто звук из ниоткуда меня убил. Не, я, конечно, могу молчать, но, блядь, не всю же серию мне молчать. Ну, пацаны, реально. Как бы, я думаю, там такие, о, блядь, долбоёб, не может просто помолчать и пройти уже наконец-то. Да, пацаны, мне тяжело. Как я могу не разговаривать с подписчиками? Ну, реально, я же не буду молчать. У нас тогда было сколько? 14 минут, да? Пацаны, 14 минут было. Даже, наверное, 13 уже, да? Короче, все. Все, я собрался. Я собрался, пацаны. Я надеюсь, что час уже точно. Опять кто-то орет, блядь. Постоянно кто-то орёт, блядь, ну что это такое? И я тоже ору, да, получается? И я тоже ору, блядь. Долбоёб. Короче, пацаны, знаете, что я сделаю, блядь? Знаете, я считерю, нахуй. Понимаете? Алло, 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 алло. Заебись. Все. Алло. Все. Все, пацаны, наконец-то я могу разговаривать спокойно. Блять, я реально заебался, пацаны. Ну, вы же меня просите, конечно, что я, возможно, порчу всю, да, интригу там или что. Но я хочу дойти хотя бы до 10 минут сегодня, увидеть, что вообще будет. Потому что, ну, я уже заебался молчать, реально, я не знаю. Я что не говорю, обязательно вот какое-нибудь слово, да, там, ш, что-нибудь, а, б, там, да, какие-нибудь согласные, типа, я скажу, и он, конечно, блядь, среагирует и умрет, нахуй. Типа, меня это заебало, если честно. Блядь, какие-то фигурки стоят еще. Я вот не понял, что к чему это вообще. Что это за бред, блядь, пацаны. Смотри, нихуя себе их сколько. Я-то думал, они типа живут там или чё, вдруг. Эти твари. Ебать, что-то их дохерища тут. Статуэток этих, блядь. Короче, все опасно. Ебать, я наконец почувствовал себя живым хотя бы. Я реально заебался молчать. Я столько не молчал никогда, блядь. Или чё, а... Ну да, я думаю, правильно сказал или нет. Столько не молчал, да? Столько не молчал. А, нет, столько молчал никогда.
Как правильно сказать-то? Уже не могу, блядь, нормально составить предложение. Короче, столько я... Ну да, я правильно сказал, чё, блядь, долбоёб. Столько я молчал. Это пиздец, столько же, блядь, я никогда не молчал. Так, и чё, у нас кровь, да, тут, или что это? Реально кровь, походу. Короче, пацаны, я могу теперь орать спокойно, в принципе-то. Ну, типа, я не знаю, какие тут будут скримаки, поэтому я, конечно, могу заорать пиздец. И типа, я этого и жду, на самом деле, уже вот, блядь, играю 20 минут, я жду только того, что на меня кто-нибудь да нападет наконец-таки, а этого не происходит. Типа, чё к чему? Вроде как уже столько, блядь, хожу, и нихуя не происходит. Ну зато теперь я точно пройду, пацаны. Реально, блядь. А так интереснее играть, типа, хз. А то реально, ну, блядь, молчать, это, конечно, заебись. Типа, вот, придумали, да. Еще ж до этого никто такого не делал, как я понимаю. А тут, видишь, впервые, блядь, такую хуйню замутили. И типа реально необычно, интересно. Но, пацаны, скажу вам честно, я бы не выдержал. Типа, если бы я, конечно, видел скримеры заранее, типа, до этого, возможно, я бы не пугался. А я-то никогда не видел. И поэтому я реально обосрусь, я прям в этом уверен. В любом случае я заору, пацаны. И так бы я бы, наверное, еще час играл, блядь, пытался. И в итоге просто бы забил хуй, да, уже, и вышел отсюда, нахуй. Потому что меня уже заебывает, если честно, ходить. Блять. Сука. Еще же все сначала начинается, это же вообще пиздец. Если бы какие-то чекпоинты были, типа, я бы еще ничего не сказал. А так вот, ну реально заебало. Ну все, нападет кто-нибудь, нет? На меня сегодня, или как оно? Кто-то бежит, блядь, да? Опять. О, блядь, вот это что это значит? Что-то загорается там? Типа это, генерируется? Или как понять? Ой, блядь, чуть темно стало. Ебать. Кто-то ходит, реально, пацаны. Прямо здесь, рядышком. Все бегает, да? Ой-ой-ой-ой-ой, ну. Бля, пацаны, я отвечаю, я бы уже сдох, нахуй. От этих просто звуков. Я не знаю, насколько нужно быть таким, знаете. Ой-ой-ой-ой-ой. Безэмоциональным, что ли? Чтобы ни разу не заорать. Ничего, блядь, не сказать. Когда вот такое вот происходит, блядь. У меня же, сука. У меня аж микрофон упал, пацаны. Ебать, это было, конечно, жестко. Охуенно просто, блядь. И камера вместе с микрофоном тупо падает. Вот так вот вдруг. Так и чё, будут какие-нибудь твари сегодня, или как оно? Или меня только звуками и будут пугать в итоге? Я просто видел, какие-то морды там были вроде вообще в этой игре, да, кто-то ходит там, как я знаю. Типа, реально должны быть какие-то существа лесные, которые, соответственно, захотят меня, да, припугнуть, убить там или что. Инопланетные, возможно, хуй знает, короче, пацаны. Так, ну окей, рекорд, пацаны, рекорд, блядь. 12 минут. Ну, пацаны, я реально извиняюсь, что я вот так вот, да, бля, сделал, типа, нагло. Все поломал, да, все правила вот этой игры. Там, типа, чел такой, ебать, ну давай правильно играй, сука. А то в чем прикол тогда? Но, пацаны, я не смог. Я реально не смог уже, блядь. Ой-ой-ой. Так сказать. Блять, нихуя себе. Тут орёт еще. Че, медведь, что ли? Или что это?
Короче, не смог побороть свой страх. Вот так я вам скажу. Реально, я боюсь, пацаны, не знаю, типа. Я уже заорал сколько? Ну, раз 5 точно, да? И вот представьте, я бы все по новой начинал. Да нахуй это надо? Я лучше сейчас все увижу, и все, и больше возвращаться сюда не буду. Реально, пацаны. Типа, мне реально, блядь, поебать. Может, вы скажете, что ну, я там долбоеб, что так решил сделать. Ну и похуй, чё. Зато мы с вами больше не вернемся сюда. И меня это радует. Что я реально пройду ее до самого конца. Тут еще так время тикает, блядь, медленно. Это вообще пиздец. Не может быть, что время вот так вот медленно идет. Типа на секунду точно отстает. Я почему-то уверен в этом. Уже, я думаю, 50 секунд вообще есть, типа. Это просто в игре так сделано, чтобы я нахуй вообще тут уже обосрался, блядь. И нихуя не смог как раз таки. Никуда, да? Дойти. Ну чё, кто, блядь? Нападайте, сука, я готов. Мне-то похуй уже, чё. Я все жду, блядь, когда кто-нибудь нападет, блядь. И почему-то никого нету. Или я должен смотреть везде вот так вот ходить, или что мне надо? О, блядь, смотри, что-то было, да? Что-то было, нет? Я даже не понял, блядь. Бля, пацаны, пиздец, вот это игрушка, конечно. Ой-ой-ой. Блядь, ну, серьезно? Это вся игра, нахуй? О, смотри, смотри, опа, блядь. Ага! Окей, кто-то появился. Да? Кто-то стоял там, блядь. Ура, ура, наконец-таки дождались. Разрабам, конечно, респект, что они такое придумали вообще. Но типа я опасно уверен в том, что я бы не смог. Понимаете? Я уже который раз вам об этом говорю. Но я просто знаю, что я не смогу. Типа, мне пришлось еще, наверное, 2 часа играть, чтобы просто привыкнуть, да, ко всему вот этому вот. А как бы я... Блядь. Не, это пиздец, это пиздец. Как бы я в какой хоррор... Ой, блядь, не зайду, я всегда ору. О, а! Блядь, мне показалось, что кто-то сидит, что ли, внизу сейчас. Ой-ой-ой, поползло что-то, да? Ага, шепот, ага, еще. Блядь, давай уже, 8 минут. 8 минут, пацанчики, остается. Опа-на, блядь, безголовая тварь, сука. Похуй, да? Меня же не убьют? Ну и все тогда, что, идем дальше. У меня же как будто залагало все, пацаны. Реально. Что-то фризит жестко теперь. Да-да. Воу-воу, здравствуйте. И шо, блядь, это все? Блядь, меня уже игра заебала, что ж мне не страшно, походу. Реально стало. Возможно, это как-то психологически, да, реально, психологически, может, это решает все. Типа, смотри, если у меня был сейчас включен микрофон, я бы не смог не заорать, я так думаю почему-то. А вот когда я вырубил, мне вообще похуй, типа, я могу и не орать. Может, это так работает, реально. Типа, пацаны, я сейчас, конечно, пройду, да? Можно потом попробовать, типа, и это, с микрофоном. Ебануться, блин. Но я думаю, оно того не стоит, если честно. Типа реально по новой начинать. Да пошло оно нахуй. Так что, пацаны, да, я нарушитель. Я, конечно, гений, да, что так решил. Не знаю, кто-нибудь так делал, блядь, вообще, как я. Может, и делал, блядь, кто-то реально, что.
сука. Да мне уже похуй на эту игру вообще, пацаны. Реально, давай уже кончайся, да и все. И попрощаемся, блядь. Я уже даже не боюсь, нахуй. Эти звуки, блядь. Даже кажется, как будто как-то тихо, да? Что-то играется. Реально, как будто тихо стало. Там, пацаны, все, финишная прямая, блядь. Давай, нахуй, удиви меня, игрушка. Давай. О, смотри, он бегает. А, стоп, он ашит быстрее идет, реально? О! Походу, реально работает. Я-то думал, он бегать вообще не может, а он что-то, видите, ускорился вроде как. Бля, весь вайп поломал, да. Весь, сука. Интерес после этого пропал, походу. Вообще, даже к игре, нахуй, интерес уже пропал, пацаны. Я лишь жду, когда меня убьют уже или что изнасилуют, лишь бы это кончилось, понимаете? Ну, сука, 5 минут, пацаны. Так, ребенок плачет, да, ребенок. Опа! О! Птицы западали, блядь. Нихуя себе. Они тоже в ахуе просто от всего происходящего. Вот и пошло, поехало. Опа, блядь, опять эта, сука, блядь, тёлка, нахуй. Ну, блядь! Мне просто реально, я почему-то считал, что тут какой-то сюжет будет. Типа реально как-то там будет рассказываться что-то. А в итоге получается просто идешь и все, блядь. И типа разрабы как могли, лишь бы напугать, да? Лишь бы напугать, нахуй. Любыми звуками, да? Любые звуки, которые только есть, они все сюда вставили, походу. Лишь бы хоть от чего-то там обосрался, да? А представьте, я бы сейчас рядом с микрофоном играл, и вот, блядь, 4 минуты я бы проебался, я бы вообще уже вышел, нахуй, отвечаю. Ебать, нихуя себе, нихуя. То есть тут больше на звуки, да, ориентировано? Ага. А я-то считал, что больше тварей будет всяких. А тут видишь, что именно сама атмосфера должна пугать, получается. Вот так вот, пацаны. Я-то не так. Я-то не так мыслил еще, да, получается. А где эта девка с волосами на меня все ползла тогда? Почему сейчас ее нету? Я не туда пошел, да, просто. Блин, ну все, 3 минуты, давай. Кстати, будет четкий вообще финал, если... Ой, блядь. Если меня в конце просто прибьет кто-нибудь и все. Типа реально нагулялся, блядь. Нагулялся и все, и конец. Доходил, блядь. Куда не надо. Пиздец, блядь. О, вот она, пацаны! Вот эта тварь наш была тогда, точно. Ебать, что она в конце меня прибьет? Съест? Наверное. Ой, боже мой. Не, ну может игра неплохая, ну просто не знаю, она на один раз круто, понимаете? На один раз реально. Типа вот прошел, да, и все. И больше. Ой, опять лось нахуй побежал. Раз прошел и больше возвращаться не будешь, короче, точно. Так, 2 минуты, пацаны, 2 минуты. А прикиньте, зайдет какой-нибудь больной чел, типа там, не знаю, у него. Ну там, я хз, типа, паничка, что ли, что-то такое.
Че еще-то? Эпилепсия! Он же ебать тут умрет нахуй же! Это прям 100%. Ну там вроде написано, конечно, об этом. Ну, бля, нет. Ой-ой-ой, ну пиздец, страшно нахуй, ебать. Реально, блядь, у меня и страх пропал, пацаны, я вам говорю. Я просто базарю, блядь, на веселе, да и все. Можно воды, водички попить. Перед окончанием, да, уже наконец-то. Пацаны, ну вот, видите, какой хоррор. Без микрофона-то заебись играть. Ой. А сейчас, прикиньте, включу под конец. Реально можешь включить, блядь? Ну, бля, я проебусь, наверное, я этого не хочу. Блядь, все бегает, это хуйня всякая. Окей, пацаны, смотри. Алло, алло, или что? Алло, алло. Я в ахуе, пацаны. В ахуе, реально что ли? Я вот вам о чем и говорю, соответственно. Любая хуйня, он ее сразу, блядь, слышит и, соответственно, проеб. Охуенно, пацаны, слушай. Я мог уже спокойно пройти и все, нахуй. Пиздец, блядь, долбоёб я. Решил, блядь, включить всё-таки, нахуй, микрофон. Короче, пацаны, давайте я сейчас выключу пока что, и мы с вами вернёмся под конец уже. Я просто пройду спокойно, и всё. Сейчас будет, короче, финал. Мне интересно, что будет в конце, реально. Что будет в конце, блядь? Просто интересно. Сейчас, пацаны. Просто жестами общался. И все.
Не, пацаны, я... На самом деле, уже не боюсь. Я уверен, что сейчас у меня получится. Точно. Типа, надо просто громко не говорить ничего. И все. Просто помолчим. Тихий час, короче. Рядом у нас. Последние минуты. Сейчас 10 минут пройдет. И все. Поспать, пацаны. Пока можно. Прям, ну тут время очень, пацаны, я вам говорю. Тут прям время очень замедленно. Это 100%. Типа 18 минут, как будто вечность, блядь, лятся. Это как будто не 18 минут, а, блядь, я не знаю, полчаса, как будто я уже все пытаюсь дойти, нахуй. Я вам говорю. А я думаю, оно только есть, все, понимаете? Специально. Заново начинать, я вам говорю, нахуй. Я выйду, блядь. Типа, ладно, я уж все-таки решился. Осмелился, реально. Блядь, это опасно было, нахуй. Сейчас было опасно. Я чуть не заорал, нахуй. Представляете? Реально вам говорю. А когда молчишь, оно как-то это... по-другому, что ли, ощущается. Реально, ебать, на кладбище пришел. Все, пацаны, все. Спокойно, идем, блядь, до конца. И похуй, блядь, похуй вообще, что происходит. Просто поебать должно быть уже. И все. Может, просто на вас туда усмотреть. Камеру смотреть, да и все, блядь. Так, давай. 8 минут, пацаны, 8. Никаких резких движений. Замечает, то не замечает. Алло. Алло, Вить. Блин, ну это опасно все равно, понимаете? Немного повыше взял, и все, блин, пизда тебе.
твою. Чего орёшь нахуй? Короче, пацаны, у меня такой план. Я дохожу до минуты. И выключаю микрофон. Все. Решено. Чтобы я точно уже не проебался. Если бы это было не так долго, то окей. Но я уже не могу подсюда. Ебать. Блять, 5 минут, сука, 5 минут, блять. Ебануться. Что вы на это скажете, пацаны? Что вы скажете на это? Что вы скажете? Блять, на это, сука! Что за хуйня? Я же ничего не сказал. Вот что это было, блять? Это какой-то, видимо, звук, я не знаю. Ниоткуда, опять же, пацаны. Я реально не понимаю, в чем дело. Блять, короче, пацаны, все. Я заебался в это играть, вот честно. Я думаю, хватит. Я, пацаны, уже все, что мог, я сделал, блядь. Даже включил микрофон уже специально, нахуй. Как будто реально игра больше никак не проходится без этого, типа. В любом случае она тебя запалит, да, вот эта хуйня, блядь. Я имею в виду вот этот, блядь, граница, сука, перейдет, да. Микрофон. Либо под конец, либо, блядь, к середине игры это произойдет. Короче, смотрите, у меня есть идея вот такая. Чтобы увидеть финал. А я думаю, вы финал уже все видели, блядь, в итоге, все равно. Короче, смотрите. Я сейчас просто... Все, пацаны. Я, короче, дошел опять же до 10 минуты. По-честному сейчас. Все. Опять же. Просто. 9 минут. 9. Все. Давай. Вот, блядь. Нахуя спрашивается? Нахуя? Это все надо. Ну ладно. Так уж и быть. Я сделаю это нахуй. Я сделаю это. Просто возьму и пройду, блядь. Похуй.
еще и по-честному, блядь, все-таки. Не знаю, сколько серия. Сколько серия получится в итоге. Я думаю, блядь, час. Посмотрим. Я думаю, час будет точно. Ну да ладно. Просто последняя попытка. Я надеюсь, реально последняя. И окончательно. Если, блядь. Сейчас опять. Что-то будет. Я охуею. Честно. Я буду в шоке просто. Потому что я просто, блядь. Одно и то же прохожу уже, блядь, четвертый раз, по-моему, четвертый раз, пацаны. Меня заебало, пиздец как. Ну я такой, ладно, думаю, все-таки пройдем, а то что, надо, пацаны, уже закончить эту хуйню. 7 минут, 7. Я тебя прошу. Хоть бы никакой, блядь, звук лишний сейчас не произошел. Если это произойдет, то просто, блядь, я не знаю, что я сделаю, пацаны. Я просто нахуй разобью ебаный микрофон. Вот и все. Потому что он, блядь, он слышит, пацаны, реально. Страшно, страшно, нахуй. Вообще обосрался, пиздец. Вообще не могу уже, блядь. Не, вот сначала... Бля, что-то слишком резко сейчас было. Не ожидал я. Короче, сначала я зашел. Пиздец, было страшно, конечно, потому что я не знал, что будет. А теперь-то я все знаю, да? Уже считай все, буквально все. Все, что здесь может быть. И мне уже просто не страшно. Ну реально не страшно, пацаны. То есть, если бы мне было страшно, я все равно бы там дрожал. Мне уже поебать вообще, блин. Просто поебать. Так что давай, блядь. 4 минуты. Все. Все, пацаны. Блядь.
ебаный лес, блядь. Сука, я уже его ненавижу, блядь, этот лес, сука. Он вообще закончится или нет, блядь, этот лес? Или только в лесу и будем? Реально, всю игру. Окей, ну тут кладбище, да? Это мы сами видели. Больше ничего и не было особо. Пацаны, все, ебать, да ну нахуй я смог, блядь, пиздец, пацанчики, блядь, я вам говорю, это, по-моему, самая хардкорная игра за всю мою жизнь, блядь, я еще рад, что мне реально удалось все это заснять, теперь я могу орать, как я хочу, наконец-таки, короче, я что сделал? Мы сами там проебали, да? О, что-то надо же почитать, наверное, да? Вы не закричали, пока. Пока-пока, блядь. Пиздец, трудная игра, конечно. Бля, пацаны, отвечаю. Это было жестко.
пиздец, блядь. Не, вот, я играл с Кучо на микрофон, то есть я рядом говорю. Он даже вот так вот, слышите? То есть вы скажете там, о, блядь, слишком мало поставил, поэтому прошел, блядь. Да нихуя, смотри. Алло. Как бы, видите? Как я обычно, если разговариваю, то это вообще сразу проеб. А если... Видите? Ебать, это жестко! Это жестко! Я вот так вот прошел, пацаны. Вот представьте просто, ебать, я справился. Короче, на самом деле игра ни о чем. Реально говно. Первый раз, конечно, она меня удивила пиздец, если честно. Я был в шоке, прям такой, нихуя себе. Вот это, бля, хоррор. Типа реально что-то прям крутое. А в итоге, блядь, что вам скажу. Первый раз, конечно, он страшный. Вот уже когда второй раз заходит, уже не так. Во второй раз реально уже не удивило вообще. Так что, пацанчики, я что хочу сказать. Мы это сами сделали и все. Больше мы с вами к этому возвращаться не будем. Потому что я это сделал сегодня же. Как и хотел. Все, пацанчики, вот такой вот финал. Блять, как всегда, я, конечно, ожидал, что это лучше будет, да? Именно под конец. А в итоге хуйня полная. Нас просто что, сожрали или что там? Или... А, ничего и не было, да? Просто, типа, вот дошли куда-то там. Там еще скримеры повылазили 2-3 раза, и все, короче. На этом и конец. Короче, пацаны, все. Огромное вам спасибо за просмотр. Я... Конечно, все не записал, да, как я проходил эти 18 минут, потому что я боялся, что я сейчас включу запись, и в итоге опять, короче, все по новой начнется, я поэтому не стал так делать. Так что, пацанчики, все. Все, я просто скажу вам всем огромнейшее спасибо, что посмотрели. С вами был я, Никитос, игра «Не кричи». Ебанутая игра, блядь. Но спасибо разрабам, что они это сделали, реально. Типа, эмоции они дали, конечно, нихуя себе, я вам скажу. Так что за это им реально спасибо. Все равно респект. Все, пацаны, ставим лайкосы. Я вам желаю всем удачи, здоровья, успехов. Всего наилучшего. Давайте, пацанчики, надеюсь, совсем скоро уже встретимся. Я постараюсь сегодня же смонтажить, возможно, не знаю. Там постараюсь, да, побыстрее это все залить. И все. И все, нахуй. Покеда, блядь. Все, пацанчики, давайте пока-пока всем. Пока. Пока.